18-летний Алибек Халбай служил в войсковой части в селе Курдай. Солдат-срочник из Мангистау скончался через несколько дней после призыва. Обстоятельства смерти официально неизвестны. Родные погибшего солдата не верят официальной версии, они уверены, Алибека избивали, о чем свидетельствуют многочисленные гематомы на теле парня. Родные 18-летнего Алибека Халбая ждали его с армии только через год. Но не прошла и неделя с призыва, а родственникам юного военнослужащего сообщили о его гибели. Тело доставили домой. Айнымызға татыр қосқан.